Добрый день, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Поставлю вам сорт супергигант красный. Упал этот сорт у известного коллекционера из России. Сорт высокорослый, детерминантный. В этом году этот сорт у меня рос в открытом грунте. Сорт достиг где-то 1,60 м в открытом грунте. В теплице его не сажал еще. Сажаю его уже третий год. Пока растет у меня в открытом грунте. Надеюсь, что в следующем году я посажу его в своей поликарбонатной тепличке, чтобы проверить его урожайность уже в теплице из поликарбоната. Сорт очень понравился тем, что устойчив к вершинке, вершинка гнили плодов. И очень понравился тем, что очень плотный. Не остескивается. Вот, то есть устойчив к растрескиванию плодов. Это очень хорошая особенность этого сорта. Поэтому сорт мне очень понравился. Также понравился этот сорт тем, что у него высокая отдача плодов, высокая урожайность. С куста я собрал где-то вот 6 плодов, вот таких вот, 5 и вот такой вот один. Это самый крупный сорт всех 6 томатов, которые были собраны с одного куста. Вот такие вот поменьше, 5 штук было. Сорт сладкий, очень понравился. Сохранность очень классная. Может сорт пойти как на салаты, консервация, на сок, на томат на зиму. Ну и для тех, кто консервирует кусочками или кружочками в банках, на зиму тоже этот сорт очень пригодится. Еще повторяю, сорт томата супергигант красный. Большое вам спасибо за внимание, что посмотрели мои видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой на YouTube канал. Помогите развитию канала. Сейчас повторяю, сорт томата супергигант красный. Еще спасибо большое за внимание.